confess that.
Братья! Афинские псы перебили многих солдат! Но мы еще... Ты назвал мой план самоубийством. Не думал, что ты явишься. Пропустить речь? Нет уж. Речи удел афинян. Твои люди храбры, но им не справиться. Нам нужна подмога. Сюда им не добраться. В афинском флоте слишком прочные корабли. Мой нет. А Дрестии встречались корабли куда мощнее, чем афинские лачонки. Ты храбр, как Ахилл, но даже ты не сможешь пустить ко дну весь флот. Потоплю несколько, и спартанцы смогут проплыть. И вот еще что. На борту моего корабля был шлем. Принадлежал отцу. Корабли потоплю, но по поводу шлема ничего не обещаю. Ты здесь уже давно. Все не потопить. Нужно только пробить их строй. Тебе очень дорог шлем? О, да. Море слишком большое. У северного берега Миконоса. Мы... У местных акул скоро будет пир. Капитан!
уже близко. Ты прислушиваешь? Переживаю. Что мне сказать? Алексиус! Я объездил половину Греции, чтобы найти ее. Не надо ничего говорить. В его присутствии вполне хватит. Ловим-то стрелять! Ты здесь. Корабли Афинин потоплены. Ха! И еще. Я принес тебе шлем. Держи. Не счесть, сколько раз он спасал меня. Спасибо. Афинине будут мстить, поэтому нужно нанести удар первыми. План такой. Убить их командиров. Афинине как овцы. Разбегаются без пастуха. Не дайте им обнаружить вас. Я и сам справлюсь. Разберусь с командирами. Перережем глотки. Но... Нужно найти командир. Люди Киры уже нашли троих. Один у каменоломни, другой в лагере рядом. А третий? Мы не знаем. Назови их имена, Тисандрос, командир элитной афинской стражи. Полимеон, стратег Афинин.
Когда убьем командиров и сюда приплывут спартанцы... Думал скрыться на Делосе. Попался, трус. Капитан покинул мостик! Командира есть стража, но она не спасет его. Хвала богам! Солдаты жаждут крови, чуть не убили. Твердят, что я дезертир. А по-моему, ты командир. Я не узнаю нашу армию. Солдаты словно дикие звери. На Делосе ты пропадешь. У меня есть план. Луком владеешь? Я был лучником, потом стал командиром.
Значит, ты будешь им снова. Найди мой корабль, Адрестию. Человек по имени Варнава будет ждать тебя. Он поможет. Место рождения Аполлона. Надо же. Фалет? Что вы делаете? Вас поубивают. Ха-ха-ха-ха-ха. Трусливые афиняне не решаются вступать в бой на священных землях. Спартанцы. Звучит как комплимент. Ты даже не спросил про командиров. Уже все знаю. Их войско разбито. Солдаты разбежались. Крепись, Фалет. Скоро все кончится. И мы захватим Делос. Врагов слишком много, но ты пока не ошибался. Хозяин Орла, иди сюда. Чего ты там шепчешь? Солдаты убьют меня, если услышат. Ты Мисти, что помогает Кире и мятежникам. Да. Конечно. О твоих подвигах много говорят. Слухи ходят. И о девушке-мятежнице тоже. Если что-то знаешь, говори. Солдаты меня убьют. Видит Аполлона, уже пытались. Возле рынка есть дом, давно заколоченный. Проберись туда тихонько, там и поговорим.
Странно. Нужно найти дом и выслушать попрошайку. Я иду за тобой, подарок. Дом заколочен. Это тот самый. И следы. Детские. Кто-то прятался в сундуке. Женщину убили и оставили непогребенной. В ребрах застрял наконечник афинского копья. Послание. Предупреждение. Подарок платил ей за молчание. Насчет чего? Куклы. Мама и ребенок. На одной вырезана буква М, на другой К. Больше ничего нет. Нужно поговорить с той женщиной. И что нашел Мистий? Тело, женщина. Она убита афинским копьем. Это все? Записку от подарка. Он грозился убить обоих, если расскажет. Обоих? К чему убивать дитя? Разве что это его дитя. Тссс, они могут услышать. А теперь скажи тихо, что еще ты нашел? Кукол. На них были буквы К и М. М – это мать. Ты спрашивала, кто меня нанял. Кукла с буквой К. Ребенок, Кира. Да, да, а значит... О, боги! Подарок, отец Киры. Умно, Мистий, очень умно. Нужно сказать Кире. Она не поверит, ни за что. Всю жизнь она ищет того, кто приказал афинским солдатам убить ее мать на ее глазах. Но боги сохранили Кире жизнь, она спаслась. Откуда ты все знаешь? Я там была, Мистий, защитила малышку. Пока солдаты пытались убить меня, Кира ускользнула от их мечей.
Так ты тоже была там? Меня зовут Атония. Я была служанкой подарка. Кто? Каждую ночь мать Кира приходила к дому. Дочь хотела увидеть отца. Подарк не велел ее пускать, но она приходила. И подарк послал меня к ней домой с письмом. С угрозами? Но напрасно. Подарк снова послал меня к ней вместе с афинскими солдатами. Кира должна узнать, что подарк ее отец. Но прежде я должен найти доказательства. Как-то в дом подарка пришла женщина. Умоляла передать ему куклу, что сделала Кира. Возможно, кукла где-то в доме подарка. Только боги знают. Я найду куклу. Мисти узнал правду. Мятежники тоже должны узнать. Если подарок спрятал куклу где-то в доме, я ее найду. Вот и кукла. Алексиус, как я рада. Хорошо, что не встречаешь меня с ножом. Знаю, знаю. Я была к тебе слишком жестока. Ну, ты не первая. На Делосе добрый народ. Подарок. Он причинил мне... Подарок и ему подобные. Он убил моих родных, когда я была ребенком. Я жила на улице. Меня растили охотники, солдаты, наемники, вроде тебя. Однажды в его черном сердце окажет... Значит, пора превратить хищника в добычу. Как нам пройти мимо... Солдатам нужны две вещи. Меч в руке... Говорят, подарок прячет запасы еды и оружия в руинах на острове... Ха-ха, в руинах на Делосе. Никаких запасов там уже нет. Что? Как? Я там побывал. Прекрасно. Солдатам подарка придется биться кулаками и на голодный желудок. Прекрасно. Так чем ты займешься, когда мы расквитаемся с подарком? По правде говоря, не знаю. Я сражалась всю жизнь. А чем займешься ты, когда все кончится? Нас многое роднит. Когда все закончится, мы могли бы найти тихое место. И что же именно нас роднит? Просто мы... Я подумал, люди часто так говорят. Не знаю, что и ответить. Храброго Алексиуса застали врасплох. Ну что ты? Охотно проведу с тобой время. Нужно готовиться. Узнав, что случилось на Делосе, подарок захочет мести. И первыми пострадают жители острова. Хайре. Thank you.
кажется, вернулись лазутчики. Твой Мистий любит огонь. Может, он ответ на наши молитвы? Он смертный. Говорят, он нечто большее. Афини не слабы. Ударим подарка в уязвимое место. По почкам? Я рад быть с тобой. С тех пор, как ты здесь, я начала верить в успех нашей затеи. Казна острова хранится где-то в одном месте. Захватим ее, лишим солдат еды, оружия и заработка. И тогда мы вспорим ему брюхо. Прежде чем начать кормить животных, попробуй узнать, где хранится казна. Мне уже рассказали, что она в крепости Мельтиад. Лучше будем действовать вдвоем. Так не хочешь со мной расставаться, да? Что ж, вперед. Победа близка, я чувствую. Не торопись. Боги еще могут отвернуться от нас. Это ведь боги послали тебя ко мне. Они не позволят тебе погибнуть. Как тебе наши острова? Мне больше по душе Миконос. Делосцы не любят, когда проливаешь кровь. А вот и казна. Это не земли Аполлона. Не хочу. Что отправляют всех женщин рожать на Миконос? А если они не успеют доплыть? Дети моря. Я проверю, не идет ли подмога. И главное, не подниму. Повсюду стражи. Нужно быть начеку. Крепость много повидала. Стоило потратиться на восстановление.
Кому-то нужна твоя смерть, а мы... Вот Кира обрадуется. Тебе сюда нельзя!
Идем же, Каиду! Это колдовство! Алексиус, это ты. Что расскажешь? Когда жители Делоса узнают, что... Ты ослабил хватку афинин, отомстил подарку и помог Спартанскому Альянсу. Я не вижу причин для отказа. Ты вдыхаешь в меня жизнь. Если... Не рассказывай Фалету. Ты дерзкий. Не стану обманывать, это волнует. Это ты угрожала мне поцелуем. Угрожала? Угроза не моя. Я действую. Мы должны уходить. Нас будут искать. Я, кажется, не успела тебя поблагодарить. Я вернусь в убежище. Но, надеюсь, скоро мы одолеем подарка.